Ну и последний бонус на этом диске. Я хочу научить вас снимать нитки с бобины. Кто-то скажет, зачем нам это нужно? Но далеко не всегда нам хочется на моталке вручную мотать вот такие тонкие нитки. Достаточно долгое время это занимает, и поэтому есть простой способ для аккуратных людей. То есть, если вы уверены в своей аккуратности, то можете попробовать это делать вместе со мной. Первый раз попробуйте на тех нитках, которые не жалко. То есть вот фактически мы снимаем слой пряжи. Вот вам видно. Вот я его просто снимаю с бобины. Здесь нужно уже внутри руку держать, потому что иначе у вас нитки внутри перепутаются. Вот. И вот когда вы снимаете, вот уже видно все. Вот она, рука моя. Все, мы сняли нитки с бобины. Вот этот кусочек мы можем обратно смотать на бобину. Или оставить его внутри. Потом, когда закончится бобина, это легко разматывается. Вот оно все очень легко разматывается. Что сделать, когда вы уже вот она висит, бобина у меня на руке. Если вы так ее поставите, то внутри, естественно, все нитки перепутаются. Мы можем взять бобину, любую другую, на которой намотана пряжа. Почему я беру пряжу с намоткой? Потому что если вы возьмете просто конус, то пряжа точно так же будет болтаться. А вот на эту бобинку я плотненько так довольно одеваю. Вот. И у меня получилась как будто родная бобинка. То есть, если мне нужно связать в 2, в 3, в 4 нитки, я могу вот так по частям снять несколько слоев и с каждого из них вязать. И не нужно перематывать.